одинокая. Девочка красавица. Да, там клетка станет. И, ну, кстати, она отсюда может пролезть. Ну, сейчас, ребята, отсюда. Девочка красавица. Вот раненая собака у нас тут. Ой, там дырка. Дырка, дырка, Алиджон полезла в дырку рядом. Алиджон, рядом дырка сбоку. Сюда идет. Давайте, ребят, быстрее, а? Ой, красавица моя, не бойся. Малыш, она может сейчас легко вот здесь вот проскочить. Для собаки нефиг делать. Слушай, и там большая дырка справа. Две даже. Она легко там вылезет. Иди сюда, малыш. Ты где? Иди сюда. Ой, там дырок для нее. Девочка, иди сюда. Справа дырка сбоку. Ребята, идите сюда кто-нибудь, нужно дырки закрывать. Слушай, она вроде подходит, ну, в общем, не совсем дикая. И слева дырки, она пытается пролезть слева от дома. Вот там, маленький точно? Точно не пролезет. Смотри, она возле этой дырки вон там сейчас сидит. А вон, вон слева она морду просовывает. Посмотри с той стороны, она морду просунула. Отошла, все уже, отошла. Усы, усы. На, девушка. Ну все, успокоилась, умница. Все, ты умница, Надюша, ты хорошая девушка. Да? Надюша, хорошая девушка. Да? Никто тебя не обидит, я тебе отвечаю. На. Ну, ты же знаешь, что я вас люблю. А? Верти хвосты, а, верти хвосты. Надюш. Ну, Дима, хорош. Ну, Надюш. Все, успокойся. Сейчас, короче, мы ее поведем в приют. Делаем это. Перевязку, антибиотик, альбом. Завтра сейчас начнет действовать. Кололи наркоз. Ну, он уже начинает действовать. Она уже спокойная сидит. Все. Да, она уже посоловевшая. Ложись, поспи. Надюша, ну, Надюша, Надюша, такая девочка умница, ты умница, успокойся, все, Надюша, успокойся. Голова уже косые. Надюша. Усыпает. Надюша, ложись, ложись, полежи, Надюша, Надюша, ну все, успокоилась, умница, все, ты умница, Надюша, ты хорошая. Успокойся. Иди, короче, Надюша. Иди ко мне, Надюша, иди ко мне, иди, иди, иди ко мне. Давай, прям на руки ее забери, она же не бойся. Иди, иди. Не бойся, малыш, не бойся, не бойся. Давай, 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 давай. Пойдем, пойдем, Надюша, пойдем. Иди, заходи, иди, заходи, иди, иди. Иди, заходи. Все, 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 все. Ничего, ничего, сейчас все перебинтуем, муха. Муха, муха, с нами поедешь? Ребята, составьте нам его. Дружок, пирожок. Все, поехали. Так, мы привезли на быстрее. Сейчас будем обрабатывать лапы. Так, значит, это у нас Найда. Сейчас расскажу историю сразу. Позвонили нам, значит, из СНТ, Чеховский район, деревня Ермолова, Ромашкина 3. Жили две собаки. Собаки стерилизованы, кобель и сука. Жили в СНТ, все их кормили, никого не трогали. Ну, есть среди нас не очень хорошие люди, мягко говоря. Не буду я уж что-то говорить. В общем, кобеля ранили. У кобеля там небольшие царапины на задних лапах. На задней. А у этой прям конкретно. Болтается. Ну, я пока не могу, конечно, видеть, что здесь. Я сейчас обработаю, завтра врач уже будет смотреть. То ли сухожилие у нее перебито, то ли чего, непонятно. Ну, в общем, на передней лапе у нее рана небольшая, ну, там совсем маленькая. И у кобеля тоже были рамки небольшие.
В общем, вот так вот. Вот такие есть среди нас недолюди. Девочка немножко под наркозом, потому что она не очень доверяет. Сейчас мы обрабатываем, колем антибиотик, колем обезболивающее, и завтра в больницу. Так, вот наша рана, видите, как прям сухожилие конкретно перебито. Бедная собака. Так, ну все, вот перевязку мы сделали, обработали. Снимай с нее этот самый, с морды снимай. Завязывали, потому что она слегка в наркозе. Не стали сильно ее наркозить, чтобы она... Нам не нужен сильно большой наркоз и глубокий. Но все равно вот полузанаркоженном состоянии. Все, сейчас мы ее переложим в клетку. Так, ошейник давай ей сейчас сразу. Наденем ошейник. Тебе ножницы дать? Вот сейчас мы ее положим в клеточку, все. И до завтра она у нас полежит. Все, мы ее укололи, все сделали, обезболили. Антибиотик, обработки. Вот. Найдочка. Девочка хорошая, Найда. Хорошая, только боится, да? Правильно делает, что боится людей, да? Потому что, скажи, люди у нас есть такие некоторые нелюди. Так, все, Найда у нас в клеточке. Не бойся, Найда. Все, все, тихо, тихо, тихо. Еще она под наркозом. Все. Ложись, Найда, ложись. Иди ложись на одеялко. Мы тебе постелили одеяло, иди. Найда. Моя хорошая, моя девочка. Не бойся, не бойся. Все, завтра к врачу поедешь. Ну, резаная рана ахиллового сухожилия. Резаная прям, да? Ахиллового сухожилия отрезан полностью, собственно, вот она. Восстановление всего сухожильного аппарата от 6 месяцев до года. Ну, то есть можно все-таки подшить его, да, и попытаться. Чувствительность есть.